Привет, на ваших экранах Hi-Fi Salon CinemaScope, и здесь у нас долгожданная новинка, это новый сетевой плеер от Cocktail Audio N25. Он разместился четко между X35, ну если по старшинству, да, X35 старший аппарат, и N15D, ну и X14. Соответственно, N15D и X14D это младшие аппараты, а X35 старше. Ну, от X35 этот аппарат отличается тем, что здесь уже нет отсека под жесткий диск. Экранчик поменьше, но на том же чипе он собран. И вот он вот такой вот компактный. Инструкция в комплекте. И вот он сам плеер. Здесь также сетевой кабель. Тут в комплекте, ну, стандартно батарейки, пульт, чуть попроще, чем у X35. Здесь антенна FM, антенна DAB и тут вот еще Bluetooth антенна. Потому что этот плеер уже изначально имеет возможность подключения устройства Bluetooth. Антенна у него, ну, сам модуль Bluetooth у него встроен. Но, чтобы передавать файлы, соответственно, музыкальные с Cocktail Audio N25 на другие устройства, будь то беспроводные Bluetooth наушники или Bluetooth акустика, все-таки живем в другом уже мире, да, и все передается беспроводным способом. Есть вот такой вот Bluetooth Transmitter Kit. И значит, там мы видим Bluetooth модуль, который сможет передавать файлы музыкальные на Bluetooth наушники или на Bluetooth акустику. Здесь в комплекте сам модуль, антенна и крепежные элементы, ну и шестигранник там, винты шестигранные и ключ. Все это сертифицировано Cocktail Audio, то есть это официальная штука, не абы что. Прикольно. На обороте написано, как это все подробно устанавливать в сам Cocktail Audio N25. Давайте распакуем сам плеер, посмотрим. Вот он, красавец черный. Ну, я думаю, не нужно объяснять вам, что такое сетевой плеер. Но если вкратце, то это устройство, которое поддерживает стриминг с огромного количества стриминговых сервисов, будь то Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer. Кстати, Deezer Hi-Fi тоже эта штука поддерживает, как и остальные сетевые плееры от Cocktail Audio. Недавно проверил, и все прекрасно работает, прямо написано флаг, все как положено. Собственно, что здесь у нас спереди? Если сравнивать с X35, то отсюда выпилили привод дисков. Это теперь полностью просто сетевой плеер. Кстати, ручки очень приятно крутятся. На мой взгляд, даже приятнее, чем у X35 того же. Поверхность теперь матовая. X35 выполнен, и N15D больше такой в глянцевом таком алюминии. Ну, это прикольно, симпатично, стильно смотрится. Спереди у нас кнопка включения, приемник инфракрасного сигнала от пульта, USB 2.0 для таких быстрых девайсов, собственно, флешка или жесткий диск не особо большого объема. Ну, а на обороте здесь уже полный фарш, тут есть все, что только душа желает. Здесь у нас цифровые выходы, коаксиал, оптика, цифровой вход, собственно, коаксиал, тоже и оптика, Bluetooth антенна, который вот адаптер встроен для приема сигнала. Аналоговый выход, собственно, основная вещь, что с чего чаще всего снимают сигнал. HDMI, IRC in, это аудио return channel, соответственно, чтобы с телевизора снять сигнал в плеер и подать его уже на усилитель через ЦАП непосредственно этого плеера. USB аудио вход для подачи сигнала с компьютера. Тут Type-B, Ethernet разъем. Опциональный вот здесь слот под ту самую маленькую плату Bluetooth передатчика, который сможет воспроизводить тогда музыку дистанционно на ваших Bluetooth наушниках или Bluetooth акустике. HDMI аудио, USB аудио, да, это выходы уже все. И два входа USB 3.0. Собственно,
Вот. Пока записывал это видео, коктейли Audio N25 пришли и забрали. А также у нас, как бы, всегда есть в наличии коктейли Audio X45, X35, N15D, X14 есть, если нужно, сюда привезем. Мы находимся в торговом центре Горбушкин двор, это павильон G2-197А. Так что заказывайте, и будем вас ждать. А с вами был Hi-Fi Salon Cinemascope, и я Дмитрий, до скорого.